Улитка. Улитка. Знаете, интересный момент. Я заметила, Алиса боится улитку. Представляете, хомяков не боится, кролика не боится, а от улитки удирает. Вот смотрите. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотри, какая. Смотри, красивая улитка. Ну что такое? Улиточка. Смотри, какая хорошая. Хорошая, не страшная. На, потрогай. Ну и что такое? Ты не хочешь с улиткой дружить? Красивая такая красавица улиточка. Там где-то, где велик, под дверью Кости и Нади. Улиточка. Улиточка. Ой, это уже достижение. Алиса уже не удирает. Ой, она мне так палец, гляньте, засосала. Сейчас съест мой палец. Улиточка. Улитка. Хорошая, не страшная. Вчера вообще удрала Алиса, когда я взяла в руки улитку, она удрала к папе. Обняла его за ноги. Спряталась. Посадим ее на место, да? Пусть кушает, идет кабачки. Да. Улиточка. Кушать. Кушать она пошла, да? Да, кушать. Ой, буду кушать. Будешь? Булочки? Чувствую, хочет этим улитку накормить. Улитка. Так не смело туда смотрит. Она кушает кабачки, Алисочка. Видишь, кабачки. Больше она ничего не кушает. Закрой ее от греха подальше, пока я Алиса не накидала игрушек. Извини уж. Извини уж. Да, и тортики люди едят. Ням-ням-ням. Раскрашивали мы с Алисой собачек. Сели. Я ей бусы нарисовала, Алиса ей нос сделала. И я определила для вот этих фломастеров, чтобы они не терялись, именно которые вот эти водные, для, именно для этой игрушки, я для них определила вот такую шкатулочку маленькую, которая в виде книжечки. Видите, какая прикольненькая. Попалась мне случайно как-то в магазине. Думаю, ну возьму что-то сложу Алискина. И как раз вот думала, куда мне деть фломастеры. Пришла к выводу, что можно не услышать. Алиса! Что она там творит? Ты чем там бахаешь? А, ты играешь. Я уже испугалась, что улитку свалила. Все, все. Вон ты чем бахаешь. Ну, этим можно. Все. Все, все, да? У тебя там готовится что-то, да? Это же пирог из фруктов. Класс. Корзина с фруктами. Держи. Держи, готовь, готовь, зайчик. Готовь кушать капусточку. Вот. Так, теперь надо их поотмывать и слить воду. Отмываются даже без щетки. А сейчас мы показываем слонику, что мы его нарисовали с Алисенькой. Да. Алиса сегодня с ним много общается. Давай букву О нарисуем. О! На, теперь Алисенька, нарисуй О. О! А букву А нарисуешь? Вот это буква А, да? Алис, погладь слоника. Погладишь слоника? У нас вечер, и мы собираемся к Сереже поздравлять. Разбудили Алиску. Представляете, она уснула вечером. Во сколько? Пять уснула. Мы дождались уже до шести, чтобы она хотя бы часик поспала. Собрались и едем. А что мы ему дарим? Мы дарим ему балалайку. Да-да-да, гитару мы ему дарим. Причем почему-то 12-струнную. Захотел.
Но он же не знает, что мы ему поздравим. Нет, он. Сказал, 6 струн это так, для новичков. А он знает, что вы ему дарите там? Нет, он не знает. Нет, просто Лариса спрашивала, какую эту гитару бы хотел сыграть. Сказал, 12 струн. Запомнил. Говорит, настоящий Прови на 12 струнах играет. Может, ему надо было арфу подарить, там вообще куча струн. Ну, арфа это женский, да, больше инструмент? Ну, да. Ну, зачем? Зато струнного. Боже, Катя, какая ты худая против всех остальных, это кошмар. Вась, куда? У меня есть мундашки и пузо есть. Поехали. Настя, куда ты в обуви на кухню? Будешь мыть потом пол? Я пылесос. Хотя у меня есть робот-пылесос. Но все равно. Ну. Пускай брать? Да нет, надо забрать. Есть. Алисеньку заплела Настюша на скорую руку. И едем. У тебя мало поспала, ничего. В таком настроении. Да, ничего, нормально. Сейчас я какое-нибудь печенье с собой возьму. Так, куртку, шапку. Это с двумя поедешь? Конечно. Ой, бубсичек такой ходьбосий. Она такая, как будто злая, что ее разбудили. Ага, на шапке у нее котик, а на капюшоне зайчик. Нет, Лена. Что? В этой шапке она прямо глубоко падает. На меня она похожа. А на кого? А мы сегодня нашли фотоальбом, она так на Настю похожа. Так я же тоже бабушке показала. Она говорит, что на тебя. Она не похожа. Вот на этой детской фотографии Настя мы заметили ее сходство с Элисой. Похоже. На меня где? В детстве. Маленькую-маленькую, а ну, более да. Подросшую на Настю становится. На меня в детстве она похожа. На тебя? Ну да, и на меня тоже. Все, едем. Едем, едем. Все время эта песня въедается. Едем на машине. Алиска нашла соску и сунула в рот. Но мы уже, ладно, не стали протестовать, чтобы уже спокойно доехать. Она сейчас пока еще больная, она капризная. Ой, не смотри. Что? Ага. Сейчас забежим с... Что не сказала? С Сережей. Цветы ему не надо. Костя, блин. Сейчас забежим с Костей в магазин еще. Я куплю себе что-то, что я там смогу есть. Какие-нибудь бублики, минералочку, не знаю. Ну не буду я там есть. А что я боюсь. Цветы на привезли? Я не пойму. Вот. Если бы тебе такое говорили. Николай Басков выступает на сцене. Ему женщины выбирают, дарят цветы. Ты ему будешь дарить или я? Я точно буду. И хочу Сергею подарить то, что он любит пить. Он нам рассказывал, что он очень любит. Не буду говорить, что, потому что не хочу рекламировать спиртное, но решила ему подарить. Еще купили Рафаэла, подарим Ларисе, скажем, днем рождения мужа. И бананчиков к столу купили. А мне коньяк подарить днем рождения друга. Тебе нельзя пить. Все? Сейчас папа припаркуется и пойдем. Кто-то дверь откроет, Алиса? Да, кстати, да, по лбу стукнет. Алиса, куда мы приехали? А? Она, по-моему, как будто понимает. Да. Вот так, как когда она рядом стоит с кем-то, с высоким, то видно, какая маленькая. Вот когда снимаешь видео, кажется, что она кажется, довольно что большая. 4, да, да аж, кажется, что большая. Потому что у нее глазки. Хотя ей 2. 2,2. Шубка у Алисы, да? Или ты считаешь, что я 2 сказала? Алис, дай 5. Алис. Алис, а скажи, фу. А скажи да. Нет. А нет? Нет. Давай 5. А как Алиса кашу варила? А что Алиса варила, а не сорока ворон? Мы так говорим, Алиса кашу варила. Маме дала. О, папа несет дала, гитару. А возьмите кто-то у папы мой рюкзак. Настя, возьми мой рюкзак. А Катя не дала. А я не помню квартиру. Да, я... А код помните? Нет. Ну, можно просто Ларисе позвонить. Опа. По телефону. Да ладно, какая разница. Ой, мама, не позвонила. Happy birthday to you! Вы без стука! Это балалайка, балалайка, балалайка. Он тоже говорит балалайка. Привет! О, какая ты гламурная! Балалайка, балалайка. На, вот тебе от меня. Это как кому?
Это... Сама пьющая. Ну просто он сказал, что он это любит. А это тебя с днем рождения мужа. Ох, как у вас украшено. Раздевайтесь, девчата, чего вы так зачарованные стали? О, Лиса рада. Лис, поздравь Сережу, скажи, с днем рождения. Это я точно. А я думал, балалайка. Я помню свою... Одеться она так. Я еще в шоке, подождите, я еще не отошел. Нравится? Не верю, да, конечно. А, это где-то штука. Боже, как же действительно Сережа будет на моток реагировать. Вот счастье. Ну идите за стол. Тебе шарики дали. Пойдем. А? Лариса шарики вот дала. Вот она звезда. Вот тема ее чудо. Да. Так, садитесь, кому удобно, где кто захочет. Приятного аппетита. Не-не-не-не-не-не-не-не. Оно с маслом. Я на диете. Не, все, я воду и печенье. Может, я боюсь жирную пищу кушать. Меня так прижало, что я боюсь. Ты умылаешь. Хочешь печенье, Алис? Будешь печенька? А она еще ту не доела. Ну, то есть можно веселиться, прикалывать. Или картошечку, может. А потом спокойно за руль садиться. Почти, да. Соседи будут только молиться. А ты будешь спокойнее. Лариса, ты будешь тыкву? Извините, сейчас посолить надо картошечку. Сейчас. Ты тыкву? Я буду тыкву. Почему? Что есть светлая там стоит? Тыкву. Есть серебряная, серебряная. Это голд. Ну, не компот. А в компот что добавить? Не сладкий сахар. Куда их поставить? Я не понимаю. Не, я не пойду никуда. А зачем соль на руке? Я уже положу. А, супер. Костя, зачем соль? Сначала соль. А как лоси, знаешь? Сначала соль, потом основное, а потом лимончик. Соль вообще вредная есть, а тут уже ее слизывать. Вообще жить вредно, от этого умираю. Закусывать больше ничего не надо. А у меня любимый напиток вообще, это плюс к этому еще, ну как основной, текила бум. Да, это когда текила мешается с спрайтом. Или севен ап, или спрайт. Севен ап, это же брак. Это уже рефлекция. Здравствуйте. Соло есть такой дефлекция. Играй построена. Я только игру знаю. Там написано. Да. Боже, какая я куша. Ну, из спрайта, там и сарантар. И получается, делается, по-моему, 30 на 7. Темно там, да? Такой пропорции. Назар прикалывается, потушил свет, Алиса его ищет. Она испугалась. Либо об колено, либо об стол. Стресси, оно начинает бурлить, пока вот это первое. Да, я видела. Ты спрятался, да? А за дверью уж был. Да, напугал. Вот, задор стоит. Чемоданы, садись на чемоданы. Садись. Я же... Где Назар? У нас на балконе. Где Назар? Ищи Назара. Ну да. Ты там стол не поставили. Они деревянные. Где? Нету там? Я тут, Лен. А стакан? Где Назар? Ищи. Что, еще кто-то идет? Сейчас двух столов не хватит. Вот это гостей. А вы вообще никого не приглашали, да? Вообще ничего не знаю. Прикол. Абсолютно. Я даже ждал. У нас тут форт Боярд. Тенье, Сереж. Будь счастливой. Она только что сидела и так же хлопала. Совсем. Давайте еще. Потемнело и
Вика такая бесстрашная. Вики, с днем рождения, родителя! С днем рождения! Ну ты задул, на расстоянии. Одной мысли задул. Да. А он задувать тебе будет. Ну ты просто задувай, конечно. Да. Ну, пойте! С днем рождения тебя поздравляем, друзья! Да, да, что ты сейчас скажешь, он избудет. Молчу, Фарли, молчу. Конечно, а, вы уже проболтались. Задумайся, Лёнь. Я просил не озвучивать. Потому что просто считаем до 6, но считая до 7, мы должны ударять либо по левому плечу, либо по правому. Если я ударила по правому, я сейчас по какому ударю? Да. То ход игры передается справа сидящему. Если я по левому, то слева сидящему. Это первое условие. Второе и последнее. Это когда счет дошел до 7, мы не называем 7. Например, мы говорим 6, не утверждаем 7-up. И когда говорим 7-up, надо сделать вот так. 7-up. Если это другое, значит с этой стороны следующее. Если вот этой рукой, да, значит с этой стороны. И постоянно начинается счет. Приблизительно это выглядит так. Давай друг с другом. Раз. Два. Три. Четыре. Алло. Пять. А не тебя. Так ты туда ударишь. А ты же меня с этой стороны. Вдвоем. Так вдвоем. Все, вместо игры будет драка. Так ты с этой стороны сидишь у меня. Мы же вдвоем. Как я? Вы же вдвоем. Мы друг другу передаем. Ты не так понял. Надо втроем. Надо втроем. Раз. Два. Три. Что, ты сидит там? Как ты сидишь? А ты умираешь? Они не играют. Ну что, ты умираешь? Ну что, ты умираешь? Давай с тобой. Ты понимаешь? Давай ты сидишь. Давай, давай, смотри. Шесть. Сауна. Раз. Два. Опять ты. Три. Вот я сейчас и вылечу. Четыре. Пять. Шесть. Это надо быстро. Сауна. Это реклама Сауна? Три. Четыре. Пять. Шесть. Сауна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сауна. Понял, короче? Ну, в общем, всем говорить, не так, не надо так, не надо следить. Тот, кто не сделал сауна, вылетает, и тот, кто не в свою очередь вылетает. И тот, кто на самом деле, примитивная игра, но тупить начинают все. Она тебя расчесывает. Назар хороший. Назар хороший. Алиса, погладь Назара. Хороший. Хороший, Назар хороший. Я, конечно, понимаю, это семейная процедура, типа, хороший. Ой, дебози. Первый раз сейчас играем. А нас даже тоже не обнимает. Я хочу еще раз звать. Алиска, не дерись, больно, Назар. Не, не больно. Все, расстроилась. Когда она расстраивается, она ложится. Звездой. Ну-ну, Алисочка. Алисочка, не надо. Там Назара вещи. Алисенька, не надо. Когда она куда делает, ты не реагировала. Поехали, кто там? Да. Давай. Два. Три. Да, ну да, можно взять и мое поплавать. Бля, надевает рюкзак. Раз.
Она запуталась. И вот так вот еще. Кто вылетел вот так вот? Раз. Идеально. Ну что? Все, все, пошла на плавание. Кстати, мы нашли импровизацию тарелки. Летающая тарелка. Это НЛО, самолет. Котенкин. Если рука прошла вот на эту сторону головы, на вашу, то вот. Это же пап, мы вычислили. 5, 6. 7. Да ты объяснял, я послушалась. 4. 5, 6. Это все равно. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семен оп. Раз, два, Валик. А, я? Два, да, вот так вот быстро, а потом четыре, вообще молча пять, можно играть. И шесть. Семь. Вы раскладываете ручки, семь, так, чтобы видно было. Один, два, три. Вылетел, я два. А что ты вылетел? Я показывала, что... Ты два раза вылетела, ты что ты вылетела? Я не вылетела, я не вылетела. Она не вылетела, она жена именинника, ты никогда не вылетишь. Ты всегда можешь вылететь. Погнали. Так, один. Два. Ты не играешь? Малик, начинай. Три, четыре, пять, шесть, семь, два, 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 четыре, пять, ш
Два. А кто руки вот держит? Следующий. Да, я слышал. Что-то я понял. Я разговаривал. А что ты разговариваешь? Смотри внимательно. Нет. Давай. Один. Четыре. Пять. Хорошо. Ну, наконец-то ты поднялся. Хорошо. Серега, тебе поздравляю. Я не спрашиваю. Вот это гостей. Андрюха, иди сюда. Брат, да, привет. Ну что, мы приехали уже домой. Не могу себя снимать, я уже разделась. Поэтому... поэтому снимаю Костю. Хочу вам сказать, очень мы классно отдохнули. Скажи. Да. Твое любимое времяпровождение. Да, мы играли в игру «Шпион». Я такой игры раньше не знала. Нас там Хатуна научила. И очень понравилось. Прям не хотели уходить. Досидели до конца. Думали, раньше уедем из-за Алиски. Что она капризничала. Ты не хотела уходить сначала. Да, я вообще. Часик посидим и уйдем. Да. С этим шпионом хоть бы и до утра играла бы. И еще у нас для вас есть новость. Смотрите, нам привезли кроватку. Это двухъярусная кровать. Но только там нет первого этажа, а как бы только второй, а на первом там домик, как палатка. И еще горка. То есть, ну, с этой кровати можно съехать по горке. Костя хотел ее очень, чтобы Алиска спала на втором этаже, а не с нами на кровати. То есть, вылезла наверх себе и там уснула. Вот, и мы завтра ее будем собирать. Так что смотрите, не пропустите завтрашний влог.
На этом все. Всем пока и до новых видео. Уже села монтировать и вспомнила, что забыла вам признаться, что я таки там ела и картошку, и печеночный торт. Правда, выковыривала из него майонез. И теперь сижу со страхом, не начнет ли у меня болеть мои желчные сильно. Вот, собиралась же вообще на диете быть, но не выдержала. Я таки съела несколько кусков торта печеночного. Теперь уже точно все. Всем пока.